Привет, как дела? Сегодня я вам буквально просто покажу нашу ярмарку новогоднюю, которая была в Санкт-Петербурге. Мы с мамой ходили 31 декабря искать именно ее и немножечко не дошли до этой шикарной ярмарки. Я назвала ее «Щелкунчик». А вот 8 января я ездила встречаться в центр города со своей лондонской подругой, которая прилетела из Екатеринбурга, и мы решили пройтись туда, прогуляться, потому что я искала эту ярмарку у манежа, а она оказалась на Манежной площади, и оказывается, она проходит ежегодно в Петербурге. Ну, я не местный житель уже давно, поэтому не знала об этом. Но, если честно, мне очень она понравилась, и если бы было очень много таких вот бесплатных и насыщенных красотой и искусством мест и мероприятий в Петербурге, может быть, я и Петербург бы любила так же, как Лондон. Но не знаю, посмотрим, как там будет дальше. Буду рассказывать и показывать тоже и питерские события, поэтому сегодня вот, пожалуйста, вам наша новогодняя ярмарка.